вкуснейшие кексы из самых доступных продуктов. Готовятся так же быстро, как съедаются. Непременно попробуйте. Приготовить шоколадно-банановые кексы можно к семейному чаепитию или к приходу неожиданных гостей. Нежные, ароматные и очень вкусные, они займут достойное место на любом столе. Растительное масло, 1/4 столовой екона. Мука, 0,7 столовой екона. Яйцо, 1 штука. Сахар, 0,5 столовой екона. Банан, 1 штука, 100 грамм. Какао, 30 грамм. Количество порций, 6-8. Подготовьте все ингредиенты. Яйца взбейте с маслом и сахаром. Добавьте размятый вилкой банан, нам понадобится 100 грамм бананового пюре, как правило, одного бывает достаточно. Все взбейте. Добавьте муку, какао и разрыхлитель. Взбейте все еще раз до однородного состояния. Переложите тесто в подготовленные формочки, заполняя их примерно наполовину. Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов около 12-15 минут. Шоколадно-банановые кексы готовы. По желанию перед подачей можно посыпать кексы сахарной пудрой. Приятного аппетита!